чуть-чуть мы вот по сюжету говорили. Ведь Фигаро, как заговорщик с Мавивой, они придумывают, как же им все-таки пробраться к Розине. И вот Фигаро, поскольку он выдумщик, и еще одна его черта, Фигаро тоже любит... Есть даже такой эпизод, когда он поет. Добыть металла, властелина всей. Мозг всегда мой заставляла извергать вулкан страстей. Надо об этом подумать. Подождите, перемена. Будем звонить, колокольчик. В Москве, в студии Вениамин. Здравствуйте. Владимир Путин предложил представить к концу октября предложение по корректировке исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля. Перечень поручений утвержден президентом по итогам встречи с руководителями угледобывающих 22 августа. Правительству также поручено 1 февраля будущего года обеспечить совместно с ФСБ с планами экспорта угля, планов развития международных пунктов пропуска автомобильных и железнодорожных подъездов. Кроме того, правительству совместно с МЧС поручено к 1 декабря утвердить план рекультивации отработанных угольных месторождений. Также президент поручил улучшить организацию медосмотров шахтеров, организовать проведение реабилитации после смены для людей, работающих на опасных производствах, и досрочный выход на пенсию для работников угольной промышленности.